Всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию мой новый стих. Он называется «Неологизмы». Этот стих – ода русскому языку, 21 веку, а также моим современникам посвящается. Что век 21 принес нашей отчизне? Что русский язык до сих пор не знавал? Такие термины – неологизмы, как биометрия, коды, QR. Знал ли доселе русский великий, литературный, красивый язык? Такие термины, как постить и кликать, под ником зайти на сайт в один клик, зарегиться в чате, забанить всех хейтеров, абьюзеров тоже заблочить и в бан, айтишников не меньше, чем имиджмейкеров. А может, таков и был хитрый план? Куда подевались нынче геологи? Среди новых героев они раритет. Ведь хакерам выгоднее быть, чем биологом, а учитель утратил авторитет. Как же легко прижилась эта мода, что сам не заметил великий народ, что, подменяя наследие рода, вы превращаетесь в нанорабов. Вот вам, пожалуйста, цифровизация. Чтоб все ваши данные были известны, если желаешь жить в цивилизации, то станешь рабом цифрового прогресса. Они обработают все твои данные. Не персональные, здесь личность не в счет. Сетчатку глаза, заболевания, ведь им так нужен единый учет. Подумайте сами, те, кто способны без Google в помощь еще обойтись. Ради чего такая забота? Зачем им все данные наши сдались? Куда оцифрованных и послушных обычно приводит дорога сия? Вот чип вам в холку и бирку вам в уши. И дружно проследуйте из бытия. Все это встречалось в творениях фантастов. Кто книжек хороших немало прочел, те будут, пожалуй, со мною согласны, что век 21 их всех превзошел.